Виноградарь во втором поколении Василий Марченко основал крестьянско-фермерское хозяйство в 90-м году. Сегодня ухаживает за виноградом на 17 гектарах земли. 3 гектара занимает молодая лоза. С остальных Василий собирает урожай. Рислинг цветочный, аркацители и мцвани. Это основные сорта, которые идут на переработку, на приготовление. Мцвани. Мцвани, да. Это грузинская селекция. Аркацители и мцвани – это старые грузинские сорта. К сожалению, незаслуженно забыты на сегодняшний день. Вот. Еще Анапской зональной станции были приготовлены в свое время, в 80-е годы, из сорта мцвани. Шикарные вина. Виноградарство нравится с детства. И даже несмотря на капризы лозы и погоды, Василий неоднократно доказывал истину. Смотрите, как можно не любить виноградник, да? Здесь немножко куст перегруженный, а в целом, вот, допустим, там и там. Вот. Когда человек ухаживает за лозой, он обязательно благодарит. Специалисты признают, качество винограда в малых формах хозяйственных объектов действительно выше, площадь обработки меньше, внимание к винограду больше. Подходит к концу уборка винограда в малых формах хозяйственных. На сегодняшний день в муниципальном образовании город-курорт Анапа в малых формах хозяйственных всего 73 гектара виноградников. Из них 60 гектар уже убрано. Сбор составил 451 тонну на сегодняшний день при средней урожайности 75 центнеров с гектара. Сегодня Василию Марченко с уборкой винограда помогает семья, жена и дочери. Виноградник постепенно переходит в третье поколение заботы семьи. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа регион.